Маса потрясающе хрень. Вы слышите меня? Вы слышите меня? Так вот, вы знаете, что в Аравийской пустыне воды нету ни черта. Там стакан ледяной воды стоит $5. А вот здесь Северный полюс. Там полно бесплатного льда. Мы перенесем весь этот лед в Аравийскую пустыню. Этот лед совершенно ничей. Вы понимаете ли? Мы берем айсберг. Я, кажется, понимаю. И вы, кажется, не понимаете. Идея очень проста. Так вот, я отправляюсь на Северный полюс, выбираю большой айсберг, вставляю туда шикарный двигатель 20 тысяч лошадиных сил и отправляю по морю под флагом быстро прямо в Аравийскую пустыню. Орошать так орошать. Мне это нравится. Алло, да, что? Что? Мои акции поднялись? Продавай. Не продавай. Когда акции поднимаются, нужно покупать. Ты не мешай. Как тебя зовут? Лютер, да? Лютер. Так вот, я ставлю на всех неперспективных жеребцов на всех скачках в течение 5 недель. В течение 2 недель. Хорошо, договорились. Этот айсберг растает, и он это знает. У нас уже был опыт. 30% тает, но 70% выдерживает весь маршрут. Ты думаешь или нет? Какая помощь будет умирающим от жажды аравийским фермерам? Какие аравийские фермеры? Там нет ни одного человека. Там пустыня. Там никто ничего не разделывает. Тем не менее, Лойола против Нотр-Дам? Что? Хоккей? Лойола? Ты Лойола знаешь эту команду? Вы что, смеетесь, что ли? Я ставлю $50 000 на победу Лойола. $50 000 на победу Лойола против Нотр-Дама. И по $5 000 на всех бесперспективных жеребцов в течение недели на всех скачках в Америке. Он с ума сошел. $1 000 000 тебе даю за эту идею с айсбергом. Тебе хватит? $1 000 000. Все, продано, продано. $1 000 000. Прекрасно. Алло? Толстер, Чарли, друг мой, как жизнь? Шикарно. Я только что был айсберг. Что? Потом расскажу. Он еще не купил. И я решил, я делаю стадион. Наш любимый стадион привожу в порядок. С затратами не считаемся. Будет выглядеть как стадион большой лиги, высшей лиги. Мы скоро даем показательный матч с дерзкими янками. С дерзкими янками, да. О чем ты говоришь? Что происходит? Мы ребятам не доехать на автобусе. А зачем на автобусе?